Bunny. Даже не до конца вычесала. Привет, ребят! Всем приветик! Привет! Смотрите, у нас что есть. У нас есть такой свисточек, чтобы позвать Бонни, если мы не знаем, где она. Вот она здесь, оказывается. Привет, именинница! Это у кого сегодня день рождения? Иди сюда. Иди сюда, зрена не хочет. Сейчас ей опять посвистеть нужно. С днем рождения тебе, Бонюсечка. Тебе исполнился сегодня годик. Твой первый день рождения. Сеня, неси коробку. На улицу пойдемте лучше. Бонюсечка, мы колпачок тебе сделали. Пойдемте. Распаковочка. Нет, давай, Бонни, распаковывай. Хочешь открывать? На. Смотри. Что это? Что это? Хаша уже. На нюхочку. Что это? Смотри. Резиновая тарелка. Она думает, да, ну это несъедобно, что вы мне купили? Ну, вот так вот. Потом будем играть, да? Да, обязательно. Ну-ка, следующий, давай, Васька, открывай. Смотри, что это. Бонни. Ай-я! Смотри, смотри. Ай-я! Смотри, Бонни. Мороженое. Бонни, резиновое. Смотри. Скажи, лучше бы настоящее мне подарили. Одна резина. Она так сделала. Все, дальше. Это... Сюда можно, по-моему, водичку. Да, туда что-то налить. Можно наливать. И теперь альбони амухар. Так. Что это? Ох ты, смотри. Вот это уже вкусненькое, да, скажи? Вкусняшки. У нас такие необычные. Chicken fish, это курочка и рыбка. На, понюхай. Смотри, Боня. Что это? Ты Боня. Ушла. Смотри, что это? Новая миска. Сразу с водичкой. Смотри, Бонни. Это, наверное, для водички, а это для еды. Что тут наклейка? Наверное, да. Она не отклеивается? Нет. Не получается. Ну, она ищет вкусняшку. Давай иди ей сейчас. Давай ей косточку, она ее потом начнет прятать. Да, такую. Косточку ей дадим. Что ей сказать? Что ей сказать? Сидеть. Скажи приятного аппетита. Приятного аппетита. Опять. Дай лапу. Как она зеленая. Дай нюхай, Бонни. Все, она сейчас уйдет. Кавка. Все. Бонни, дай нюхай. Пойдет в да, это для зубок хорошо, да. Полезно. Чистить да. Зубы. Но же были такие, это белое всегда везде валялось. Да. Это тоже для зубок хорошо, потому что она жесткая, она будет грызть и свои зубки. Сэндвич. Сэндвич? Сэндвич. Да. Мини-сэндвич. Мисочка удобная, сразу две чашечки вместе, а то оно постоянно... И она не скользит. Да, и не будет скользить по полу. Угу. Все. Ну, вечером испечем пирожок. Это такая, это есть такая игрушка, и туда вкусняшку можно. Потом собака даже. Бонни. Ну, она сейчас не будет. Только много ей не нужно. Ну, как раз они такие маленькие. Много туда не помещается. Ну, должна один. Водичка там в леечке есть. В лейке есть водичка. Да. Только осторожно, не на диване наливай. Не на диване, сейчас выльется, она же сильно льется. Мама. Нет, так не попадет, Маргарит, нужно с этого, с крана. Тренд снимаем, называется. Давай. Вот у тебя же с первого раза получилось, давай. Как я сделала? Вот в бок, да, вот так вот. Вот сюда, вот. И опять. Когда ты на бочок ложишься, ты ноги поднимаешь и это. Да, вот. Да, вот так. Раз, потом опять. И садишься. Вот.
И она тоже должна делать. Вправо начинаете, каждая в свою сторону. Вот, да. Давайте тренируйтесь. Ближе к себе, к спинке сядьте. Только вы далеко друг от друга почему-то уходите. Засняли. Еще какой-нибудь? Тут жарко так. Следующая неделя будет очень жаркая. До 30 градусов. Ты вот это хочешь делать? Я подставка. Для телефона. Хотя у них есть подставка для телефона. Но я, наверное, самая лучшая подставка. Ключи возьми. Надо пирог испечь для Буни. С чем будем печь? Ой, она зеленовата, по-моему, немножко. Вот у нас как раз манго есть. С манго сделаем. Он еще хороший? Да. Хорошо, делаем с манго. Пирожок просто испечем. А свечка у нас есть, цифра 1? По-моему, есть, да? Да, потому что у меня же была цифра... То есть у меня же... А, ну да. Да, 1. Такая вот свечка у нас. Миксер. Взбивать. Все, пирожок мы делаем. Каролина с Максом уехали к двоюродной сестричке поиграть. Ты выиграла, что ли? Да. Так что у нас сегодня тишина. Вот такой пирожок у нас получился. Для Бонни. Сюда свечечку вставим. Чего вы тут бегаете? Три! Ей кидай. Агрессивная какая. Агрессивная какая. Бонь, где мячик? Сидела час где-то, наверное, вычесывала шерсть. Смотрите, какой клубок. Ужас просто. Как она еще лысая не осталась, я понять не могу, сколько у нее там шерсти. Она сейчас не такая пушистая, да, стала? У нее там вот еще лезет. Да, еще лезет и лезет, я еще даже не до конца вычесала. Угу. Нужно завтра еще почесать ее. Это вообще прям подушку хоть делай. А так, если сомнешь, ничего нет. Отпустишь, она не думает. Круто! Смотри. Трик. Фокус. О, откуда вон? Вонь. Ой, что такое, где там попало? Как делать? Что-то она это. Она, как, она когда побегает сильно много, она начинает да, это, тоже, когда я на подушке прыгаю, у меня тоже да. Всегда тут. Угу. Видим. Вот у нее там горлышко першить начинает. Маргоша приехала. Че так долго? Они, наверное, там играли, да, чай пили. Каролина? Да? Вот. Это все Бонина. Ну да, не мое же. Буня думает, что это такое. Браво, Ани! А ей тоже дадим кусочек? Да, ей тоже дадим кусочек, конечно, обязательно. Кушать? Кушать? Пойдем. Пойдем. Есть тут такое. Давай сюда. Кушай. С днем рождения, моя Моня. Вкусно? Мне нужно сделать геометрию на завтра. Thank you.
Нужно же правильно сделать. Зачем эти знаки дорожного движения? Это такая тема, когда ты делаешь, например, у тебя зеркало, и ты должна вот так вот сделать. Зеркальное? Зеркальное отражение, да? Да? Да. И это геометрия? Понятно. Ну что ты раньше не сделала? Ну потому что я не понимаю это. Водичку пьем. Гонь, ты что с носком играешь? Чей носок? Не мой. Не мой. Водичку пьем, Каролина? Вот стакан. И водичка не разливается. Угу. Очень удобная. Мисочки. Смотрите, сколько наклейка. Это можно наклеить в книжечку. А мы ее потеряли. А потом но скидочки будут вам давать. А мы потеряли. Нет, она в машине. Правда? Да. Все, спокойной ночи. Давайте, ложимся. Завтра рано вставать. Все, пока. Пока, ребята. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Спокойной ночи.